Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. Окей, в прошлой серии мы победили без неусталого этого босса. Вечно живого, вечно веселого босса. Так, готово. Блин, вот это что он может столкнуть? Вот это самое такое опасное, мне кажется. Побежали. Ага. Либо сюда, либо вниз. Выбирай пока что сходить вниз. Хотя... А, я сюда вернуться все равно могу. Все. Давайте тогда... Оп. За шмоткой сходим. Душа. А мне где-то спуститься. Что тут такое снизу? Чешуйки какие-то. Так, что здесь? Я верю, что просто локация. Просто локация. Там двери у нас открываются. Да? То есть, а случай мне двери, Гвина? Какие-то непонятные жучочки. Заперта при помощи устройства. Туда мне не попасть. Окей. Давай выбираемся отсюда. Так. Ну, у нас только один вариант, это через туман. И у меня плохое предчувствие. Ладно, поехали. А, хотя... Давай, пердушка, лети. Бац, 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 бац. Бац. Бац, бац, бац. Приземлился. Мудрый демон огня. Победа. Изи. Сколько? 4 минуты. Посох демона. Ла-ля-ля. Посох демона. О, тихо. Парирующий кинжал. Эффективно после парирования обычно держится в левой руке. Любимое оружие рыцарей Карима. Они известны тем, что в бою не используют щиты. Демонические мачете. Мелкие демон капры используют эти огромные мачете парами. Их изогнутые клинки отличны из... А. Отлитые из железа. Меч не заряжен магией, однако с его помощью достаточно сильный воин может крошить врагов направо и налево. Темная рука. Темные тени предскрекаемые Каосом. Использовали это оружие и силу темных душ для поглощения человечества.
Это оружие также выступает в роли своеобразного щита. Древние маги выносят человеческий... Так. Могли высосать человечность даже из святого в мгновение ока. Ага. Составной лук. Составной лук и... Так. Усиливающий силу. Требует большой силы, чем обычные луки. Однако его стрелы летят не меньше... Так, не меньшее расстояние. Так что он не подходит для прицельной стрельбы. Посох демона. Демонический посох, изготовленный в изолите из расплавленного камня. Его можно использовать как оружие огня. И мудрый демона. Демон огня был первым демоном и последним магистром настоящего искусства огня. А потом ведьму изолита поглотил хаос. И появился пиромантия. Появилась. Добро. Ну чё, погнали дальше. Изи. Пилы. Изи. Убийство. Так, я не с этим. Здрасте. Так, мне нужно, получается, 3, да? Человечности. Использовать. 3 штуки. Мы можем спуститься вниз. Но туман довольно белый, значит, там будет босс. Мы побежим с вами наверх. Добро. Идем выше. Сначала пойдем наверх. Куда и пройти? Выше, выше, выше. Чё как, пацаны? Чилим, да? О, что вы там охраняли? Душу. Подсунчики охраняли. Это к демону. Хорошо. Это мы сейчас летим к хранительнице огня, да? Да. Это очень хорошо. Плюс путь сохранения. Нам нужны руины демона. И сейчас пойдем тогда в самый низ. Блин, ну там босс, конечно. Понятно, ой, я же говорю, я все про спойлер себе, какие будут боссы. Но про атаки я не очень сильно знаю, поэтому... Да. Там, короче, босс следующий у нас. На одном месте, где для меня будет довольно опасно.
Это лавовая речечка будет там. И я вот боюсь момента, когда эта тварь будет бежать на меня. Потому что кто от нее отъедет? Правильно, я. Так, душа. О, я могу этого призвать. Ну, тогда все в порядке. Да. Да, там одна лава. Хорошо. Просто защита для ног. Ну, дружище, ты готов? Пожалуйста, только в лаву не иди. Я тебя молю. Ожила эта тварь. Ожила эта тварь. Я не знаю, как его убивать, ребят. Поэтому... В чем херня? Он на лаве. Вот этот вот момент для меня. Херня, понимаете? То, что он на лаве. Ни мой приятель, ни я не пойдем на лаву. Ну вот, что мы можем сделать? Толя, ты мне будешь помогать? А, я еще не отъехал. Ну, а теперь можем атаковать. Вот он, ему нормально. Он вообще не горит. Ну, мы победили как-то. Спасибо. Спасибо за помощь, мой друг. Спасибо за помощь, мой друг. Что за колечко? Ага. Снижает урон от лавы. Кольцо с оранжевым камнем зачарованной ведьмой снижает урон от лавы, поскольку его раны с рождения прижигались лавой, и вы, сестры ведьмы, даровали ему это особое кольцо. Глупец. Он выбросил его, и там, куда попало кольцо, родился ужасный демон. О, слушайте, а давайте я, наверное, сейчас все-таки кольцо поменяю вот это на вот это. Благодаря тому, что у меня пока что костюмчик, я не так сильно буду гореть. Мы можем пробежать. О, здорово. Сейчас, приятели, хотя... Почему? Почему? После стольких поисков я так и не нашел его. Не знаю. Или лучше... А, нахер надо. Оп.
Я теперь свободно могу просто по лаве бегать, да и все. Вот, ребята, идеально колечко. Против лавы. Там наносит, ну, сколько? По 10, по 20 дэмэджа. Но я все равно, получается, сейчас буду юзать человечность, чтобы лучше костры. И буду, наверное, комбинировать эти. Чтобы у меня такой был нормальный перекат. Даже без кольца Хавела. Поехали. А капюшон? Начнем с капюшона, наверное. А, все. И на капюшоне мы остановились. Так, 4-8. Угу. Защиты больше. Нет, тогда это здесь лучше мантию. Она лучше, чем куртка эта. Так, рукавицы. Ясно. Штаны. А, ну это сет лучше, чем весь мой. Я понял. Прикольно. Так, поехали. Три человечности. Использовать три. Потому что мне только остается выжигать. Сжечь. Выжечь. Человечность, по сути, я нигде не могу купить, я могу только с боссов ее повыбивать. Выжечь. Так, а теперь новый уровень. Вот это все, короче, будем вкачивать на... Блин. Я помню... Здесь должны быть неприятные враги. Ну хорошо, что их тут нету. Хорошо, что их тут нету. А, нет. Вот они стоят. Это все они. Надеюсь, они меня не тронут. Побежали. Поэтому мне нормально. На самом деле я не помню, где куда тут бежать. О, посрать. Так, мне походу сюда, да, в храм бежать. Замечу, что они меня не трогают. А по их количеству они могли меня запросто тронуть. Тихо, слишком близко. Так, значит. А, все-таки ожил. Покажи вас. Я не знаю, у них, по идее, тела нету, поэтому они не должны меня видеть.
Там он предмет лежит. Локация довольно большая. Но я не понимаю, куда идти. А, не, кажется, начинаю понимать. Так, двойная человечность, хорошо. Мне туда нужно? Нет. Так, там два предмета валяются. Ну, туда, в принципе, можно пробежаться. Но мне вниз нужно. Не знаю, не знаю. Куда мне? Но мне, походу, сюда. Место очень большое. Ну, погнали. Так, походу мне... А, да, у меня все-таки туда. Отлично. Хорошо, что они дружелюбны. Это очень сильно помогает. Воу. Ах ты. Зараза. А, найди ко мне. Так, там мне никуда не попасть. Так, вот те двое же-то живые. Фух, тупые корешки. Как мне достать то, что там лежит? Ой, подошел ко мне. Здесь что прячет? Да, что лежит. Большая душа. Это что такое? Чувствую, мне стоит отхилиться. Не знаю, что это. А, ну с ртом. Оно имеет рот. Так, мне только сюда.
Чего? Опять все запутано. За что? Все равно я их убиваю с одного удара. Так. О, здорово. Старые знакомые. Душа. Щит, походу, дали. Да, как-то легенький. Так, это не мимик. Пиромантия. Можно вниз, конечно, сходить, посмотреть, что там. И потом пойти по прямой. Давайте, у нас два варианта, куда пойти. С этой стороны, с другой стороны. Нет, пока. Пока туда не хочу. Там вот этот чертов демон, он меня может запросто грохнуть. GG. А, это слабое отравление, но оно очень долгое. Теперь я буду медленно подыхать. Это прыжок смерти. Прыжок смерти. Ладно. Тихо. Сундук. Не мимик. Так, кусок оранжевого. Выпьем. Блин, мне теперь нужно отсюда выбраться. Кажись, выхода тут нет. Или есть. О, есть. Жи-жи-жи-жи. Так, тут у нас ни хера. Ну, я типа не сдыхаю. У меня очень много хп. А как мне вернуться?
Что? Черт, я не врубаюсь. Чёрт, я вообще не врубаюсь. А как мне отсюда выбрать? А ну-ка. Давайте-ка, так. Как вариант. Да. Получилось вернуться обратно. Класс. Что делать? Стой, не, это другое дерево. Это уже другое место. Только косточку возвращения юзать. Ладно, поехали сюда. Если я не нахожу, я юзаю косточку. Что, ну что, и отравление. А выхода где? Я только вижу вот эти, но это падение вниз. Это смерть. Не могу ж я быть здесь заперт? Или могу? Ой, я не врубаюсь. Ну, а если... Я выбрался. Я выбрался. Чё, где могу пойти? Вообще как-то желания нету туда идти. Мне кажется, что он меня грохнет. Ваншотнет. Давайте попробуем. Ну нет. Бьем, выпиваем и бьем. Бьем, выпиваем, мы бьем. Готово. В смысле? У тебя ж не было уже ХП. А, я понял, это был или последний вздох его. Кончине. И что ты охранял? Oh.
Воу. Я нашел его. Эй. Солнце, я нашел солнце. А. Да кончено. Темно. Так темно. Человечность. Плюс одежду. Так, шлем Саллера из Асторы, рыцаря света, превосходно выполнил, но без какой-либо энергии. Секрет так отваги Саллера заключается в суровых тренировках, поскольку его снаряжение не обладает особых свойств. Секрет отваги, отваги, отваги. Секрет отваги. Ладно, меч. Меч, меч, меч Соллера. Посох Изолита. Этот посох принадлежит ведьме Изолита, когда ее дочери еще были огненными ведьмами и не были поглощены огнем хаоса. А до появления пиромантии и жезлы служили проводниками для заклинаний. Однако эта огненная магия давно утихла. Талисман света. Проводник света соответствует божеству чудес. Талисман Соллера из Асуры рыцаря света украшен священным символом, который нарисовал сам Соллер. Талисман является продолжением его непоколебимой веры. Щит. Щит Соллера из Асуры щит света, украшенный светным символом, собственно, нарисовал Соллер. И не заражен какой-либо энергией. Как выяснилось, секрет отваги Соллера заключается только в упорных тренировках. Шипастый щит. Щит без... бесславного кирка темного тени, призвана шипастым рыцарем, усеян шипами, может использоваться в качестве оружия, острые шипы вызывают сильное кровотечение. Окей. Значит, на него залезла вот эта херовина, и он отъехал. Так, я понимаю. Это я сделал сокращение пути. Так, навесы также, ну, от молнии только лучше. Так, личинка света. Отвратительный паразит, обитающий в забытых Изолита. Он абсолютно неподвижен, но еще жив. Будучи надетым на голову, излучает ослепительный свет. За это его прозвали личинкой света. Но я буду лучше темным. Так, ладно. Что мы делаем? В принципе, у нас время еще есть. Что по месту на диске? Еще 140 гигов есть. В принципе, мы можем... Во-первых, я могу еще одну серию записать. А во-вторых... Ну, давайте, наверное, на этом закончим. Сейчас я прибегу туда, к центру. Хотя давайте и так закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.